Президент Владимир Путин на прямой линии этого года отметил, что одна из приоритетных задач – развитие системы здравоохранения. И это не только строительство крупных медицинских центров, но и решение локальных задач в небольших населенных пунктах. И вот благодаря поддержке депутатов Законодательного собрания Камчатского края удалось решить одну из таких задач. Во врачебной амбулатории Паратунки начал прием пациентов детский стоматологический кабинет. Много лет у нас была эта проблема на территории поселения. Отсутствовал детский стоматолог. Эта проблема действительно была существенной. На протяжении 5 лет мы решали эту проблему, и благодаря вот Оксане Владимировне за последние 2 года мы добились этого результата. Сегодня мы его открыли. Сегодня у нас посещение детей. На территории у нас зарегистрировано более 600 детей. Это дети как поселка Термального, так и села Паратунки. Детского стоматолога в Паратунке не было давно. Для профессионального осмотра или лечения дети вместе с родителями были вынуждены ездить в Елизово, что не так просто из-за логистики, тем более если дети обращаются с острой болью. В течение 2 лет ко мне на прием обращались и сами жители, и инициативная группа с вопросом о необходимости оказания услуг стоматологии для детей от 1 года до 18 лет. Очень долго решался вопрос. Очень долго, в течение 1,5 лет, мы сначала искали ставку для оказания этих услуг. Затем делали ремонт помещения, закупали новое оборудование. В этом году начался ремонт амбулатории. И только сейчас, в декабре 2023 года, детский стоматологический кабинет открыл свои двери. Сейчас кабинет работает 1 раз в неделю с 9 до 15, но в будущем планируется увеличение рабочего времени и привлечение дополнительных специалистов. В день открытия стоматологический кабинет уже посетили маленькие пациенты. Раньше мне приходилось ездить в другой город и лечить зубы, а теперь я рада, что появилась возможность ходить здесь. Я живу в Паратунке, и я счастлива, что появилась такая возможность, чтобы ходить сюда, потому что это рядом со школой и рядом с домом. Важно отметить, амбулатория поселения была отремонтирована в рамках программы национальных проектов. Детский стоматологический кабинет работает в красивой обстановке и прекрасных условиях, что важно для маленьких пациентов, чтобы избежать стресса от посещения врача. В таком прекрасном помещении, которое здесь отремонтировано, докторам приятно и пациентам приятно находиться. Хочу отдельно поблагодарить нашего депутата Законодательного собрания Оксану Владимировну за ту поддержку, которую она нам оказала по организации ремонта стоматологического кабинета, детского стоматологического кабинета поселке Паратунка, который находится в амбулатории. Кабинет отремонтировали. Красочно, приятно смотреть, я думаю, и детям, и нашим пациентам, и мамам, и родителям, и папам. Депутаты Законодательного собрания Камчатского края всегда стараются уделять много внимания детским проблемам и решать все актуальные вопросы оперативно.